Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Peugeot-партнер. Автомобиль приехал к нам, сделали шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол в багажнике голый металл, также и задние арки. Ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. А этого автомобиля одни из самых шумных мест. Пол в салоне. Смотрим, можно сказать, фактически голый металл. Двери голые. И крыша также голый металл. Владельца не устраивает данная шумоизоляция. Готовим поверхности и приступаем исправлять. Так, друзья, закончили третий вибропласт на Peugeot партнер. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки. Чек на прокатываем валиком. Также проклеен пол в салоне. Обработана крыша. По дверям нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Второй слой мы наносим мембранную шумоизоляцию Integro 6 мм. Третий слой также клеим вибропласт, толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки шумопоглотитель, толщина 15 мм. Продолжаем наши работы. Я закончили клеить шумоизоляцию на Peugeot партнер. Проклеим у нас по багажнике, задние арки. Проклеим по салону. Используем Vision 6 мм. Проклеена крыша толком 10 мм. Собираем, проверяем, автомобиль готов. Ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!